еще бы знать, где мы едем. Ребята за лыжи какой-то залог оставляли или сразу платили за лес копей? Без залога? Да. Не, ну платить понятно, что сразу не попросили в залог ничего. Переплачивали за то, что на сутки задержали? Но это, скорее всего, из-за того, что лавина сошла и не могли доехать. Сходила лавина? Да, да. Ну, он вообще ничего не сказал. Просто как взял, типа, спасибо, все в порядке. Че, девчонки поехали уже? Лавинный отрезок.